Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Санджей. Сегодня я вам покажу крутые концепты в Standoff 2. Поехали! А также хочу сказать, что кроме концептов я вам буду показывать еще скины, поэтому за них тоже поставьте лайк. И, в общем, мы начнем с самого первого концепта. Думаю, это самый интересный концепт, я считаю. Это режим, который называется «Маньяк». Вот. И, короче, думаю, что если бы этот режим реально был, то это было бы реально классно. В общем, я хотел бы реально увидеть данный режим в Standoff 2. И, в общем, думаю, это крутой концепт, согласитесь. Ну, а мы погнали к следующему концепту. Следующий концепт, это он даже очень и крутой, это USP. Да-да, все хотят увидеть это оружие, чтобы USP был Standoff 2. Знаете, это реально было бы круто, потому что он из CSGO, USP, и, в общем, и это было бы реально круто. Я бы реально хотел бы увидеть USP в Standoff 2. Ну, прям очень хотел бы, потому что это реально крутое оружие для спецназов. Оно точное и крутое. А теперь я вам покажу скины. Итак, первый скин, это на Desert Eagle. Вы сейчас видите его на экране. Согласитесь, прям, ну, очень крутой. Вообще, мне нравится. Ну, короче, если вам нравится именно это, то, блин, я вот обожаю. Я хотел бы такой скин реально в Standoff 2. Согласитесь, это было бы, ну, очень красиво. Ну, прям очень красиво, чтобы стрелять. Было бы реально приятно. И думаю, что этот скин реально крутой. И давайте я вам покажу другой скин. Так, этот скин, короче, на дробаш, скажем так. Не знаю, как его там еще называют, Standoff. Ну, я его буду называть дробашом. И, в общем, вот такой вот скинчик. Он тоже красивый такой. Чуть прекрасненький. Ну, мне очень нравится тоже. Вообще, вот эти концепты, которые только добавляют такую крутую атмосферу, мне они вот нравятся. Только вот жаль, что вот эти концепты, их нету в Standoff'е. Да, это вообще не круто. Ну, мне нравится прям вот этот скин. Прям думал, что это вот сам вот мой любимый на дробаш. Но он очень классный прямо. За него реально лайк поставьте. Ну, дальше я вам расскажу еще один концептик. Думаю, он вам тоже понравится. За него вы тоже влепьте мне такой лайк. Это еще один режим. Да. Называется он «Игра на звание». Согласитесь, прям, ну, очень круто. Это игра на звание. И, короче, если бы реально была бы игра на звание, то, блин, многие бы апали себе левел намного быстрее, чем обычно. Согласитесь, это, ну, реально было бы круто. Мне нравятся действительно вот эти концепты, которые добавляют. Кстати, ссылка на группу, где я брал концепты, будут в описании. Именно оттуда я брал почти что все концепты. Мне они нравятся, но эти концепты, которые я брал. Давайте перейдем к следующему концепту. Ну, а следующий концепт — это АК-47. Вот так вот выглядит этот скин. Ну, блин, он мне нравится, этот скин, который вы сейчас видите на экране. Diamond он называется. В общем, очень классный скин. Прям, ну, прям мега-классный. Такой красивый. Блин, я вот жду, пока вот эти концепты добавят Standoff. Как бы, вот люди, которые и делали эти концепты, думаю, им большой респект, потому что это реально хорошие идеи для Standoff, а это добавит более интереса. Да, в общем, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем удачки и всем пока!